Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в 10-й день марафона по уборке и расхламлению. Сегодня у нас горизонтальные поверхности. В общем-то, я буду просто убирать все с горизонтальных поверхностей. Я как раз сейчас просматриваю, что у меня есть по всему дому. И заодно протирать с них пыль. Если вы еще захватите какие-то вертикальные поверхности, то всегда пожалуйста. Начнем с прачечной. Это, в принципе, будет практически как мотивация на уборку, но только по горизонтальным поверхностям. Начну я с прачечной комнаты. У меня здесь тоже есть столешница, где скапливается довольно много пыли, так как у нас здесь стоит сушка. В общем-то, при уборке всего дома по горизонтальным поверхностям все, что мне понадобится, это микрофибровая тряпочка и чистящий спрей. Обычно я делаю чистящий спрей сама, просто в воду добавляю, там, в 500 мл где-то, колпачок кондиционера обыкновенного для белья, и все. Потом после этого вкусно пахнет, и пыль меньше прилипает к поверхностям. Сейчас я буду использовать другое средство, просто которое у меня было, которое я до этого покупала, его доиспользую. Ну что, поехали! It was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. Здесь я пытаюсь оживить орхидею. Одна уже почти жива, вторая в процессе. You can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. I wanna hold ya. Перехожу к кухне. На кухне я убираю другим средством, тоже самодельным. Здесь находится вода, уксус, спирт и пара капелек моющего средства. Club and we started walking the streets and then we stopped for a while and you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening, happening, happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing under street lights on our way back home, our way back home, our way back home. I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. I wanna hold ya.
по плану у меня полка под телевизором, но она сейчас занята. Я к ней вернусь попозже. Все, вас не тревожу, мадам. Могла. Ну и на этом с горизонтальными поверхностями все. Все готово, чисто, везде ни пылинки. Что-то, если где-то лежало, я убрала. Да, я молодец. Теперь ваша очередь. С вами увидимся завтра.